души хотели подарить именно омской паре цветы от нас, от волонтеров. Надеемся, что наш прекрасный букет поднимет данной паре настроение. Сегодня такой радостный день, я стала женой. Это все так неожиданно было. Успели купить кольца, отец, но не успели купить цветы. Очень приятно то, что есть волонтеры, которые подарили нам этот прекрасный букетик, они добавили нам эмоции.